Меня зовут Анатолий. Я научный сотрудник нашего Национального музея Республики Алтай. Музей у нас носит имя Андрея Викторовича Анохина, основатель музея. Основан музей в 1918 году. Вот. Сейчас он находится в реконструкции, вот ведется ремонтная работа, строительная. И там планируется более масштабное мероприятие. Да, вот. И все по новым требованиям музеев. Считается одним из, будет после открытия, как бы одним из лучших музеев России. И одним из таких изюминкой вот нашего музея будет это как бы достопримечательность. Это принцесса вот мавзолей, скажем так, принцессу Кокла. Березуб планируется осенью открытие нашего музея. И вот, там вот ожидается большой поток посетителей. Ну, то есть сейчас она находится в Новосибирске. Вот наш местный власть, народ, как бы ее требует, возвратили обратно на родину. И сейчас для этого Газпром вот выделил деньги на строительство, на поддержку музея. И вот благодаря этому у нас вот есть возможность вернуть принцессу. Вот, и другие. То есть музей почти что сделан по-новому. Всего. Имеется там и будет показывать вообще из глубины веков, там несколько миллионов назад, там из древних периодов залы. И еще этнографию, историю. Вот самые древние вот Алтай считается как бы прародие тюркских народов. Большое значение будет придаваться вот к этому периоду, к тюркскому периоду на Алтае. До этого существовала скифская культура, тоже скифская культура, большой зал. На сегодняшний день количество наших экспонатов это где-то около 50 тысяч. Это разных, относительно разным направлениям, то есть и этнографии, и археологии, и современных вот изученных организаций. То есть из глубины по сегодняшний день показывает историю нашей малой родины. То есть. И большой зал тоже монтовикам посвящен. То есть. На этой выставке, как я понял, вы хотели показать, какие экспонаты у вас имеются, сделать рекламу молодежи, чтобы народ приходил, смотрел, интересовался культурой, обычаями, экспонатами данного музея, да? Да, сейчас, видите, музей находится в реконструкции, а фонды, все вот экспонаты находятся вот в фондохранилище, поэтому не имеем возможности выставлять, вывозить. Ну а здесь вот пока на данное время, вот в этом Аиле, Чадыре, у нас как бы тоже информационная выставка о мгновении вот этих праздника Эллоуин, то есть от начала и по сегодняшний день. То, что у нас имеется, какие материалы, мы делаем как бы фотовыставку. То есть. По данному празднику, да? Да, да. А можете рассказать чуть-чуть об этом празднике? Насколько я знаю, данный праздник, он зародился еще в далекие времена, но по каким-то причинам долгое время его не проводили. И начали проводить в конце 80-го года, да? Да, действительно это так. И в старину наш алтайский народ всегда собирали, проводились такие праздники. Вот. И сейчас вот как бы в таком масштабе в республиканском. Первый Эллоуин проходил в 1988 году, вот здесь, в этом же месте, в селе Ело, то есть основатель вот этот Ангутайский район получается. Потом уже в 1990 году он получил республиканский статус, а вот этот праздник проходил через два года по всем районам, то есть один год в другом районе проводились, вот это, в другой, в следующем году, а вот то есть от 2006 уже здесь вот постоянно каждый раз, через два года проводится именно на этой местности. Ну здесь для чего это проводится? Это как бы
во-первых, объединяет очень много, сближает народов, то есть Алтай, с Алтая очень много народов вышли, и даже сами наши соседи, вот эти с Кемерово живут, в Алтайском крае, ну и вот ваши, и татары, чуваши тоже считаются, как бы, ну, тюркская группа, и как бы объединяет их, во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, это хороший повод, чтобы возобновить ушедшую культуру. То есть сегодняшний день, конечно, это плохо, что забывается. То есть не увидите людей, как бы национальной одежды и вот такими играющими национальные игры, культуру, вот, песни и вот это. Поэтому здесь как бы хороший повод собраться, показать и от поколения к поколению. То есть это получается как бы живая нить. С сегодняшнего дня переходим в тот, как бы, с нашим, истории с нашими предками. Здесь, как видите, проводятся национальные игры. Ну, сперва вот театрализованные представления, открытия. Потом уже игры национальные. Это борьба, куреш, камчи, совар, куйдргадаш. Это поднятие тяжести камней. И что самое интересное, как заметили, наверное, это куреш Алтай. Вот сейчас много народа собрала. И скачки. И есть еще в последнее время тоже, но это не могу сказать, чисто алтайская, ну, тюркская тоже игры национальные, это Козлодрань, город. Вот. Вот такой вот праздник. Ну, здесь, ну, и, естественно, где-то наш регион, наш туристический, где-то и туристов привлекают, и, как бы, пропаганда нашей культуры, можно сказать, всего мира. Хорошая возможность пройти на такой праздник. Также и состязаются, наверное, творчество, песни, ансамбли, какие-то группы, фольклор. Да, да, действительно так. Это основной здесь как бы этнический праздник. Основной акцент делается на национальные традиции, то есть забывающие песни, там, пляски, мастера вот этих своих сувенирчиков, национальной одежды делают. И, конечно же, вот эти сейчас вот проводятся даже вот самых, есть такой конкурс Тастаракай, даже детский конкурс в этом национальном виде тоже, творчество детей показывают. Вот. Ну и вечером уже более так, уже молодежный, развлекательный вид, креативный. Ну, здесь начало отсюда как бы идет, вот выставка нашей Алаина праздника. Это идет как бы первичные фотографии, фрагменты, которые у нас хранятся из первичных ЛНР. То есть, к сожалению, конечно, первый, как уже сказал, первый ЛН проходил в 1988 году. У нас таких, ну, не имеется в музее материалов там. А вот здесь вот фотографии, уже проходившие в Шаргате, в Шабалинском районе, это 1990 году. Вот. Это запечатленные моменты, интересно. Кстати, вот здесь как бы идет театрализованное представление, как они делают шкуры, войлок делают. Здесь вот те скачки, что тоже интерес особый вызывает у зрителей. Здесь тоже вот виды спорта, эти стрельба из лука идет. И вот это куйдргадаш, то есть силачи. Поднимают камни, да? Камни, да. Здесь вот тоже камчи совар, это кнутом. Да, пробивает вот эти предметы. Так уже идет у нас уже это более поздно. Уже в 95-м году проходил в Лаганском районе. То есть она переезжала из района в район, передавала эстафету как-то. Здесь уже Лаганск. А в 93-м уже это Кузьминский район, в 95-м Лаганский. Тем и нет. Люди есть основной обед, фольклор показывает и моменты для торжественного открытия. Так, вот здесь у нас уже показано, в 2000 году проходил в Кашагайском районе. Здесь запрещены, что интересно, у нас сарлыки, верблюды запрещены. То есть там, здесь как бы, то есть в Кашагайском районе они водятся верблюды и сарлыки. Одним из таких тоже достопримечательностей нашей родины, малой Горного Алтая, это колесница, то есть киевская культура. Наши умельцы, мастера Лаганского района сделали такую копию. Она где-то 2000,
третьи и вторые века до нашей эры. То есть скифская культура существовала. Вот с 5-го года до нашей эры Борисовны копию сделал. А оригинал хранится в Эрмитаже. Сейчас стоит, находится в Лагане, в военном музее. Это там, кажется. Так, далее у нас вот уже идет момент ЛН уже в 2000 году. Как раз уже с этого момента начали вот этот праздник проводить именно вот на этом месяце Каролин Межелик, самого его Ангеласкарина. Ну, здесь, что характерно сказать, здесь проводился ЛН как раз в тот момент, 250 лет, алтайского народа, когда вошли в состав Российской империи. Это тоже большой праздник. Но здесь уже последний год. То есть не последний, а сверху в 98 году проходило вот Эллоуин. Здесь уже последний вот. Позапрошлый Эллоуин, то есть в 2010 году проходил. А что означает Эллоуин? Как она переводится? Дословно переводит Эллоуин народные игры. То есть получается вот. Как Олимпийские игры, да? Да, что-то вроде вот этого. Но здесь включается и спорт, и больше всего даже фольклор, культура, то есть показывает свою культуру. Не только останавливается на спорте, на силовых, да, играх. Да, и вот фольклор, история, все так далее. Вот. Что можно показать, показывает. А в старину, в древние времена, большая часть спортивная мероприятия были? Ну, скорее всего, тоже так же, да, развлекательные, как и спортивные позиции. Борьба, скачки на лошадях. Ну, где-то тоже вот не фольклор, песни там. Это особый акцент делался на горловое пение. И сейчас он проводится. Ну, тогда история как бы передавалась от поколения к поколению через вот эти горловые пения, сказки, любимые вот тогда. Я даже читал где-то, когда наступал праздник Эллоуин, все, допустим, кто между собой ругались, народы воевали, прекращали вражду и вместе собирались и проводили этот праздник вместе. Ну, в принципе, да, действительно возможно. То есть он как бы и по сегодняшней, и древние времена, я думаю, это как бы момент, чтобы сдружиться, приблизиться и как бы улучшиться отношения. Вот. Сколько тысяч народов собирается на этот праздник? Точно не могу сказать, бывает по-разному. Около 80 тысяч, может 100 тысяч, где-то бывает такое вот. Это зависит от года в год, допустим, в пик, какие-то моменты бывают, очень много собираться. Допустим, в 2006 году в состав России вошли 250 лет праздник. Там было очень много народа, там больше, около 100 тысяч. Вот так. Чемало проходили, там даже 80 тысяч там туристы местные собирались. Получается, на этот праздник собираются не только с регионов Алтайского края, а также из соседних стран и ближнего зарубежья. Да, вот. Наши соседние регионы, то есть российские, и соседние страны, вот. И туристы, очень много туристов приглашаются. И иностранные, то есть делегации из иностранных государств. Обычно сколько дней продолжаются эти игры? Ну, как обычно, длится это праздник 3 дня. Получается, первый день открывается, люди заселяются сюда. Второй день начинаются игры, и четвертым днем уже заканчивается, да? Ну как, первый день получается до вечера заезд. Гости заезжают. Вечером вот районы, гости, как бы, ну, краткие номера показывают, поздравительные. Вот так. Второй день, как видите, он торжественное открытие праздника, и начинаются игры, соревнования, конкурсы и так далее. Вот. А третий день продолжается, и к вечеру уже итог подытоживается, призы дарятся и закрытие официальное. Получается, сегодня второй день. Второй день, ну и как бы самое главное можно сказать. Завтра продолжение праздника, мероприятие к вечеру, закрытие торжества. А послезавтра уже отъезд. Угу. А какие подарки дарят победителям в разных конкурсах, номинациях?
По-разному. То есть, если, допустим, вот Курьерский Алтай, там постоянно обычно дарится и, ну, самый ценный приз – это автомобиль. Дарится автомобили, и, а также вот это, вот эти конные скачки, там тоже дарится автомобиль. Ну, а здесь очень много, помимо этого, очень много конкурсов, ну, тоже ценные подарки, грамоты, и даже в денежном эквиваленте.